Всем привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю куличи-крафины. Крафин – это слоеный кулич, в который можно добавлять различные добавки. Получается он очень вкусный. Ингредиенты, которые нам понадобятся, вы видите на своем экране. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Сначала приготовим опару. В миске смешиваю 150 мл слегка теплого молока. К молоку добавляю 8 грамм сухих дрожжей. Если вы берете свежий, то берите в 3 раза больше. 2 столовые ложки сахара от общего количества. И 2 столовые ложки муки, тоже от общего количества муки. И перемешиваем. Опару накрываем кухонным полотенцем и убираем в теплое место на 15-20 минут, чтобы дрожжи сработали. Я отделила желтки от белков и в другой емкости смешиваю одно яйцо и 2 желтка, оставшийся сахар, 1/2 чайной ложечки соли и 1 столовую ложку экстракта ванили. Можно добавить корицу или ванильный сахар вместо ванили. И все взбиваю в пышную светлую массу. Посмотрите, какая масса должна получиться. У меня этот процесс занимает обычно 4-5 минут. Друзья, пока я занималась с яйцами, дрожжевая масса у меня подошла. Посмотрите, какая красивая шапочка получилась. И в яично-сахарную массу добавляю дрожжевую массу. Добавляю 60 мл растопленного и остывшего сливочного масла. Перемешиваю. И буду просеивать муку. В конце я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. Муку просеиваем частями и будем замешивать тесто. Сначала я перемешиваю венчиком. И затем, когда становится тяжело перемешивать венчиком, выкладываю тесто на рабочую поверхность. И продолжаю замешивать тесто руками. Вымешивать примерно нужно минут 10. Емкость смазываю растительным маслом, кусочек теста немного округляю и укладываю его в емкость. Сверху накрываю пленкой и полотенцем и убираю в место без сквозняков минимум на 1 час. Нам нужно, чтобы тесто хорошо подросло, хотя бы в 2 раза. Пока тесто у нас настаивается, подготовим добавки. Добавки могут быть самые разные. Сливочное масло всегда смазывается сверху на пласт теста, поэтому его нужно достать заранее из холодильника, чтобы оно было мягким. Я в качестве добавок буду использовать курагу и грецкие орехи. Также это может быть вяленая вишня, цедра лимона, цукаты, изюм, любые другие орехи, миндаль, фундук. Грецкие орехи мелко порублю ножиком. У меня курага уже размягшая, поэтому если у вас сухая, то предварительно ее залейте кипятком и обсушите салфетками. Курагу нарезаю на маленькие кусочки. Прошел час, тесто хорошо подошло. Убираю пленку. Посмотрите, какая красота. И немного обминаю. Я буду делать 2 куличика, один большой и один маленький. Поэтому я разделю тесто на 2 части, маленькую и большую. Все пропорции я вам оставлю в описании под видео. Каждую часть немного округляю. И оставляю на 10 минут, чтобы тесто немного отдохнуло. Пока подготовлю формочку. Кондитерское кольцо я установила на диаметр 16 сантиметров. Формочка от консервы у меня диаметром 10 сантиметров и высотой 12. В
Формочки я переложила пергаментной бумагой и немного смазала растительным маслом. Беру один колобок и буду раскатывать его в тонкий прямоугольный пласт. Пласт я раскатала и теперь буду его смазывать сливочным маслом. И посыпаю орешками и курагой. Друзья, вот такой пласт у меня получился, и сейчас я его буду сворачивать плотно в рулет. И пока я занималась со вторым рулетом, у меня первый рулет немного поднялся. Разрезаем наш рулет вдоль, но не до конца. Это нужно делать очень острым ножом. Вот этот кончик оставляем неразрезанным. Остальное разрезаем поперек. И вот что у нас получилось. И теперь заворачиваем наш рулет с одной стороны, как бы как в улитку. Вот таким образом. Затем накладываем вот эту часть как бы сверху. И продолжаем накручивать. Кончик нужно убрать в серединку, чтобы его не было видно. Подготовленный кулич перекладываю в форму. Куличи у меня постояли 20 минут, немного поднялись. Я отправляю их запекаться в ранее разогретую до 200 градусов духовку сначала на 10 минут. И затем уменьшаю до 180 градусов и запекаю еще 25-30 минут. Друзья, ориентируйтесь по своей духовке и по размеру ваших куличиков. Конечно, маленький кулич будет запекаться быстрее, чем большой. Чтобы они не подгорали, их можно накрыть фольгой. Готовность куличей проверяем деревянной шпажкой. Шпажка сухая, значит кулич готов. Вот такие красивые, слоистые и ароматные получились крафины. Попробуйте и вы приготовить такой рецепт, получается очень-очень вкусно. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.